здравствуйте! Лучшие болельщики, лучшие! Но почему-то полный солдат. У меня там, люди не все пришли. Ну, извини меня, пробки, вечер, все понятно же. Мне, кстати, всегда было интересно, на каких машинах ездят наши хоккеисты. Ну, на крутых тачках, например, ну кто? Кто тебя интересует? Ну, например, Саша Бурмистров. Саша Бурмистров ездит, например, на гелике. Ну, на гелике не носит только четкие пацаны. Да. Это такая большая, крупная, черная машина. Именно. Ну, не обязательно черная, но да, да. И, кстати, как и наш сегодняшний гость. Я думаю, что вы уже все догадались. Что, тот самый, что ли, который прям валит только на гелике? Именно. Нурминский!